Медицинская сестра – главный помощник врача и его правая рука во всех вопросах, касающихся лечения больных. 80% всего времени нахождения в стационаре пациенты взаимодействуют именно с медсестрами. Медицинская сестра – это синоним милосердия, терпения, поэтому в этой профессии нет случайных людей. Только с этими качествами можно оказывать хорошую медицинскую помощь. И самое главное – это выздоровление пациентов, это наша благодарность. Медсестры Видновской районной клинической больницы постоянно повышают свою квалификацию, участвуют в мастер-классах и семинарах. Особенно стоит отметить операционных сестер. Они должны не только владеть необходимыми навыками и уметь быстро находить правильные решения во время внештатных ситуаций, но и обладать определенными человеческими качествами. Человек должен быть честным, потому что наша профессия не терпит лжи, потому что за нами стоит человеческая жизнь. Как правило, пациенты быстро идут на поправку благодаря заботе и помощи, которую им оказывают медсестры. Они проводят назначенные врачом процедуры, следят за ходом лечения и за динамикой состояния больных. Отзывы от пациентов мы получаем только положительные. Все пациенты нам благодарны, потому что у нас медицинские сестры очень внимательные, вежливые, профессиональные. Пациенты стационара благодарны медсестрам за отзывчивость и внимательность и поздравляют их с профессиональным праздником. Ну, пожелать всего самого наилучшего за их нелегкий труд, за их доброту, за их милосердие, за все это. Здоровья побольше, успехов и на работе, и дома. Всего самого наилучшего. Наш телеканал присоединяется к поздравлениям. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.